Ульяновской области стартовала всероссийская социальная кампания «Внимание на дорогу». Предотвращение ДТП и создание максимально безопасных условий на дорогах – важнейшие задачи госавтоинспекции. С этой целью проходят мероприятия для повышения грамотности участников дорожного движения. Один из таких семинаров прошел на территории Ульяновского автотранспортного предприятия. Его участниками стали водители общественного транспорта. Семинар не просто скучный урок. Теплая дружеская атмосфера и живое общение. Водители обсудили наболевшие проблемы и поделились своим опытом. Также подробно разобрали примеры из водительской практики. С помощью добровольцев из зала ведущий наглядно показал и объяснил, какие непредвиденные трудности могут возникнуть на дороге. Зачастую бывает, сталкиваешься при общении с разными интересами у людей. Конечно, тут, так как было большинство водителей, они говорили о том, что вот водители-то все знают, а пешеходы нет. И когда спрашиваешь у пешехода, там получается наоборот. И вот нам нужно при нашем общении, взаимодействии с людьми, вот это уравновесить, и чтобы люди понимали, что у каждого ответственность своя за собственную жизнь, за жизнь других. Подобные встречи проходят в самых разных местах – в парках, на пешеходных переходах, в детских лагерях и школах. Специально для детей придуманы интерактивные представления, напоминающие о важности соблюдения правил дорожного движения. Осенью, когда начнется новый учебный год, организаторы планируют провести ряд профилактических уроков с учителями, родительскими комитетами и школьниками. Общественный транспорт – это, скажем, не то, что наша головная боль, это та зона ответственности, когда граждане доверяют свою жизнь нам, то есть организаторам перевозок, доверяют свою жизнь водителям. И поэтому именно безопасность на общественном транспорте мы считаем там приоритетной задачей нашего министерства. По окончании семинара всем участникам раздали сувениры с эмблемой компании «Внимание на дорогу» и сделали общее фото на память. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.